Да, первое, люди не стали смотреть меньше телевидения или больше интернет, потому что все замеры показывают, что люди по-прежнему, разные люди по-прежнему убирают разные каналы коммуникации. Аудитория 18-24, безусловно, больше любит интернет. Аудитория 24-35, она и там, и там, 35-44, и там, и там. 45+, ну, наверное, в большей степени телевизор, да и то вопрос, в чем и когда. Вы знаете, что меня больше всего удивило? Я же давно на телевидении как ведущая не работаю. И тут я пришла на канал, соответственно, «Россия» к Скобеевой. Ну, я думаю, кто меня увидит? Да? Мама, родственники и так далее. Так меня сегодня здесь, что в книжном магазине, что на лектории, такое количество людей спрашивало про эту передачу. Я говорю, я не понимаю, вы днем что, дома сидите, эту передачу смотрите? Может, они через интернет ее увидели? Но де-факто вот вам прямой пример, когда телевидение по-прежнему все равно является важным поставщиком контента. Сейчас я плавно перейду к интернету. Юра Дудь, Ксюша Собчак, Амиран Ожихач. То есть это те люди, которые открыли свои блоги. Я почему закрыла? Объясню. Такой выпуск, он стоит где-то 250-300 тысяч рублей. То есть тут или кто-то тебя финансирует, или ты сам в это вкладываешь. У меня, так как большой стартап связан с косметикой, я как посчитала 1 200 000 в месяц, я подумала, ну я лучше 1 200 000 буду тратить на свой стартап, потому что мне там объективно нужны деньги, я вкладываю свои. Я поэтому от блога отказалась. Хорошо это или плохо, журналистика это или нет, вы понимаете, в чем дело? Это все контент. И сегодня аудитория настолько декомпозирована, что сегодня выбор должен быть у каждого. Я вам более того скажу, я сегодня по косметике, когда выступала, вот раньше были монобренды большие. Например, там был бренд L'Oréal, и все мы пользовались L'Oréal, мы всем, что производил L'Oréal. Сегодня уже даже не каждая звезда хочет иметь свой бренд, каждый блогер хочет иметь свой бренд. Например, был такой норвежский бренд, они взяли, собрали 200 инфлюенсеров, и под эгидой каждого инфлюенсера, косметический бренд, сделали продукт. И бренд вообще разорвал все. То есть сегодня эпоха декомпозиции и деления аудитории на таргеты. Если у Хача есть своя аудитория в интернете, то он очень правильно делает, что делает свой блог. У Дудя есть огромная аудитория, молодец. Ксения Собчак, молодец. То есть здесь же вопрос того, еще раз, насколько это все будет все равно приходить в систему, потому что в долгую это в любом случае или самофинансирование, или реклама. То есть если они смогут зарабатывать деньги на рекламе, то их проекты будут долгими. Если не смогут, то придется самофинансировать. Журналистика это или нет? Вы понимаете, в чем дело? Журналистика же тоже разная бывает.